Вам не спится, Ватсон? Я прекрасно спал. Но меня разбудило вот это. Но вы говорили, что любите музыку. Музыку? Да. Но это, я думал, с кем-то плохо. Или кошка застряла в трубе. Наверное, вы правы. Но дело в том, что это одна из моих привычек. Под эти звуки мне лучше думается. А сейчас как раз есть о чем подумать. Вы бы лучше подумали о том, что уже 2 часа ночи. Что это? Глаз. Человеческий глаз. Стеклянный? Настоящий. Принято считать, что в зрачке убитого остается изображение убийцы в последний момент перед смертью. Я провел ряд опытов и могу с уверенностью сказать – абсолютная чепуха. Дорогой Ватсон, чтобы вас утешить, я могу сыграть что-нибудь более привычное для вашего слуха. Он очень скрытен, никогда не рассказывает о своем прошлом, о своей семье. Вы не знаете, кто он по профессии? Нет, он не говорил, хотя мы знакомы 3 года. А расспрашивать было как-то неловко. Мне тоже. Вот. Поэтому я решил повнимательнее понаблюдать за ним. Да? И к чему же привели ваши наблюдения? Ох, не торопитесь, не торопитесь. Я расскажу все по порядку. Дело в том, что я сразу заметил, что у него очень узкий круг интересов. Он не знает самых простых вещей, хотя в совершенстве знает уголовное право, химию, вернее, тот его раздел, который касается ядов и взрывчатых веществ. Знает все об оружии, холодном и огнестрельном. Да. Вероятно, неплохо стреляет. И боксирует. Боксирует? Ну что же, это можно проверить. Что вы хотите этим сказать? Все, что я хочу сказать, я скажу. У него бывают странные посетители. Я видел женщин, которые уходили от него в слезах. Один отвратительного вида старик пришел и не ушел. Он вошел в спальню Холмса и не вернулся. А куда же он делся? Не знаю. Может быть, он скрывался от полиции. И Холмс помог ему выбраться через окно на соседнюю крышу. А может, еще хуже. Неужели вы думаете, что Холмс связан с преступным... Посмотрите налево, только осторожно, незаметно. Видите? Ну, человек читает газету. Все не так просто. У него в газете дыра, через нее он наблюдает за нами. А вот и второй. Где? У дерева.
тоже не спускает с нас глаз. Вероятно, это люди Холмса. Ватсон, этот бедняк, конечно, не купил газету, а нашел в мусорной куче, поэтому в ней дырка. А тот, который у дерева, просто ждет, когда вы докурите сигару, чтобы взять свой окурок. Угу. Я понимаю, вам трудно поверить. И сам не хотел бы верить. В Шерлоке Холмсе очень много привлекательного. Мне с ним интересно. Он мне нравится. Но факты говорят против него. Это он оставил вчера на столике в передней. Это отмычки. И все-таки невероятно, чтобы такой человек, как Шерлок Холмс, оказался обыкновенным преступником. Необыкновенным. В том-то и дело, что необыкновенным. Я убежден, что сам он не совершает преступлений. Он мыслитель. Мозг преступного мира. Что вам нужно, милейший? Ватсон, вы пришли вовремя. Я где-то забыл свои ключи. Вот ваши ключи. Спасибо. Как я рад, что вы их нашли. Войдите. Не желаете ли побоксировать? Вы серьезно? А вы не пожалеете? Я был чемпионом своего полка. Нам пора объясниться, Ватсон. Вы, конечно, думаете, что я ворую кошельки. Срезаю часы у ротозеев. Подстерегаю прохожих по темным углам. Мистер Холмс, вы не забыли, что у доктора ранена рука? Вы не наблюдательны, миссис Хадсон. Я ни разу не пустил в ход левую, поэтому шансы равны. В таком случае я, пожалуй, принесу Шерри.